ходов. Черт, где? Сообщение. Сивы? Твою мать! Воробей место встречи изменилось! Прием. Цели не были обнаружены. Конец связи. Сивы, здорово, здорово. А я ведь и правда уже думаю, что ты решил нас волкодавом бросить. Я два бедного не верим в эту чертову записку. Что? Сивы ушел из зоны? Да я не поверю, он же не мог нас бросить. Как так? Твою мать. А что случилось? Почему место встречи так резко поменялось? Там были наемники. Всех убили. Вероятно, искали либо тебя, либо волкодава. Твою мать. Ты с документами разобрался? Да, я с ними разобрался. Там оказались документы и чертежи на изделие номер 62. И я решил сделать по этим чертежам гаусс. И знаешь, есть успехи. Ты же знаешь, что это очень рисковое дело. Тем более на хвосте сидят наемники, а если кто-то узнает про эту пушку, нам крышка. Да, знаю. Ну где наша не пропадала? Не переживай, прорвемся. Ладно, воробей, мы ведь с тобой в одном отряде, так что на мою помощь можешь рассчитывать. Спасибо, брат. Надеюсь, я успею доделать гаусс, пока наймы не вынюхали мое убежище. Ну что, тогда пошли к тебе, покажешь, что успел намастерить. Ну что, нашел инструменты? Да хрен там, весь юг зоны облазил. Никто не знает про такие инструменты. Да. А без инструментов никак? Твою мать, тут еще и чертежи неполные. Ничего не понял. Тут написано изделие 60. Как? Га уже под номером 62. Ты ведь это и сам прекрасно знаешь. Да, это походу чертежи прототипа или какой-то первой пушки. Но все равно это дело не меняет. Инструментов у меня нет. Да и детали я сам хрен вырежу такие. Слышал я как-то от вольников про одного сталкера. Вроде бы Шило кличет. Говорят, что он мастер на все руки. Может, попробуем к нему обратиться? Авось поможет. Было бы неплохо. Ну а как с ним связаться? Те сталкеры вроде бы дали мне его частоту рации. Сейчас вот твою перенастроим. Вот, вроде бы все. Шило, прием. Чем я пил эту водку? О. Что
там. Сивы?